Друзья, приветствую вас на нашем сегодняшнем вебинаре. Разрешите представиться, меня зовут Людмила Булдакова. Я менеджер компании Reflame и партнер проекта «Дай себе шанс». И сегодня я вас познакомлю с маркетинг-планом нашей компании. Мы узнаем про наши предложения, про те виды заработка, которые есть у нас сегодня. И первый вид заработка – это возможность экономить. Экономить 20%. И вот мы можем делать заказы через сайт, да, главное, чтобы был компьютер или телефон с выходом в интернет. И дома, не выходя из дома, да, главное, чтобы был интернет, то есть больше нам ничего не нужно, чтобы делать заказы через сайт и экономить. У каждого есть личный кабинет, и вообще вот эта возможность, она есть не в каждой компании. В каких-то компаниях вот сразу скидки 20% нет, то есть какой-то заказ сделали, и потом уже на следующий месяц начисляется скидка. Вот у нас же сразу только разместили заказ, допустим, цена в каталоге на продукт, вот возьмем на примере крема, 1590 рублей. А наша цена на сайте, в личном кабинете, 1272 рубля. То есть это хорошая экономия. А вообще мы приглашаем людей, конечно, на возможности зарабатывать, осуществлять какие-то свои мечты. Но через некоторое время 80% людей просто пользуются продукцией. Они просто ходят в свой интернет-магазин и что-то покупают. Кто-то чаще, кто-то реже. И при этом экономят 20%. И выгода большая получается. Вот один мужчина посчитал, он посчитал, что вот сколько они для семьи покупают вот косметическую продукцию, там средства по уходу за телом, не считая даже витаминов. Вот он посчитал просто за год, от этой суммы отнял 20%, и получилось, что стоимость телевизора, нового телевизора. То есть вы представляете, да, сколько можно экономить, просто покупая для себя на сайте, в личном кабинете. Вторая возможность – это подарки. Здесь более 10 тысяч рублей подарков можно вот заработать, подарки на более чем 10 тысяч рублей. И это возможность для тех, кто делает 100 баллов, для новичков именно, только для новичков такая возможность. Кто делает 100 баллов – это примерно 4 тысячи рублей по ценам каталога. И вот такие замечательные подарки можно получать. Ну, на самом деле, тоже вот средний срок консультанта, который приходит в компанию, он 90 дней. Ну, то есть, когда человек только присоединяется, он начинает разбираться, какие-то возражения ему встречаются, да, и средний срок 90 дней. И вот чтобы вот увеличить этот срок, да, компания вот сделала такую выгодную акцию, как подарки по стартовой программе. Когда человек получает эти подарки по стартовой программе, он ими пользуется, да, и он уже становится лояльным потребителем. Тогда в этом случае он уже остается с компанией надолго, а может быть даже навсегда. Замечательная возможность. У кого есть она, кто только присоединился, проходите обязательно стартовую программу и получайте эти подарки. А третье – это немедленный доход. И здесь примерно плюс 25%. То есть мы в компании покупаем с 20% скидкой, да, и получается, что по цене каталога, если мы работаем с клиентами, мы получаем 25% выгоды. Очень много людей, которые именно зарабатывают, 10% примерно людей, которые зарабатывают именно этот вид дохода. И здесь на самом деле тоже доход может быть большой.
если у вас, допустим, один покупатель купил один продукт, ну, опять же, возьмем на примере крема, да, получил доход 408 рублей. Если покупатель один у вас покупает полностью комплексный уход, то уже почти 1500 доход получается. А если у вас таких 4 покупателя, то вы можете заработать более 5000 рублей. Вот этот вид заработка, он, конечно же, ограничен. Потому что у человека две руки, две ноги, 24 часа в сутки, и он не может очень много продать, да. Но компания дает такой вид заработка, как объемная скидка с личного товарооборота. И здесь тоже вот раньше, если было там 3-6-9%, то у нас сразу она с 10% начисляется, скидка 10%. И далее уже на 12%, когда 1800 баллов сделали, 15% скидка, когда 3000 баллов сделали. И есть такие люди, которые продают очень много, они любят работать с клиентами и зарабатывают тоже большие деньги. И более 25% получается доход, то есть 25% каталогом получается сразу немедленная прибыль, и 10% начисляется, от 10% начисляется как кэшбэк, то есть на следующий каталог возвращается эта скидка при условии, если вы делаете 150 баллов, и скидка доходит ну, примерно до 47%, то есть 35% может быть, а может быть 47%, то есть потому что у кого-то 10% скидка дополнительная вот с объема продаж, у кого-то 22%, поэтому вот здесь скидка может быть больше. Пятый вид заработка это объемная скидка с группового товарооборота. Конечно же, вот этот вид заработка наиболее интересен, потому что здесь уже можно зарабатывать неограниченно. Если один человек, он не продаст столько, сколько там продаст 10 человек, да, но точно не продаст столько, сколько купят для себя, допустим, 1000 человек. И если вы приглашаете в компанию много людей, да, и они делают какие-то покупки, все это засчитывается в ваш товарооборот групповой. И здесь также объемная скидка идет от 10% до 22% можно зарабатывать. То есть вы с личных покупок, продаж или покупок получаете доход, а также получаете доход с покупок вашей группы. И давайте посмотрим на примере вот такой вот группы, да, это вот вы, например, да, и у вас 4 человека, которых вы пригласили, которых вы обучили, и вот один первый человек, допустим, он вот этот вот человечек, да, он на 15% товарооборот его группы 4000 баллов. А вот второй человечек, он переключилась так. Второй человечек вот на 9%, вот товарооборот 1000 баллов. Третий 7000 баллов. И у него товарооборот, он на 18%. И четвертый такой вот он новичок. Пришел, сделал 100 баллов, и он 0%, то есть даже не 3%. И вы лично сделали 200 баллов, и у вас получилось групповых баллов
12 300 баллов групповых. И как считается доход? Ну, возьмем, к примеру, 1 балл равен 1 доллару. Ну, на самом деле, конечно же, 1 балл у нас примерно равен 45 рублям, 42-45 рублей. А возьмем на примере 1 доллара, чтобы посчитать проще было. И вот с первого человека, с 15%, вы получаете разницу 22 минус 15, 7%. Это 280 долларов. Со второго человека вы получаете разницу 22 минус 9%, это 13%, 130 долларов. С третьего человека вы получаете разницу 22 минус 18%, 4%, это 280 долларов. А с четвертого человека вы получаете все 22% со 100 баллов его, это 44 доллара примерно. Итого получается у вас 756 долларов, вы зарабатываете со своих 22 доллара вот с 4-го, 44 доллара со своих 200 баллов. Итого у вас 756 долларов получается доход, общий доход с вашего личного и с вашего группового товарооборота. И здесь, смотрите, тоже вот есть интересная фишка, да, у нас компания платит 20% НДС, а с остальной суммы она платит доход нам. И вот в других компаниях, если, допустим, взять, там немножко по-другому. Там может быть, допустим, ну, вам скажут, что у нас там процент больше платится, да, но опять же, с какой суммы процент? Если у них, например, за тот же товарооборот, но платится процент не с товарооборота, а за вычетом там налогов и многого еще другого чего, то взять у нас, если 1 балл равен примерно 42 рубля, да, по каталогу, начисляется доход 35 рублей. Если в другой компании 1 балл равен 70 рублей, а начисляется доход с тех же там 35, а то и меньше рублей, то получается, что в других компаниях, чтобы получить те же деньги, нужно проделать работу больше, товарооборот больше создать. Поэтому нужно обязательно знать свой маркетинг-план, чтобы вас не смогли сбить с пути, да? То есть вы понимаете, вот сегодня буквально общалась с девушкой, она в нашей команде, но давно не делала заказ. И мы пообщались, и она в другой компании старший менеджер, и у нее получается доход 3000 в неделю. У нас старший менеджер за 3 недели зарабатывает 25 тысяч. И вот, в принципе, та же самая проделанная работа, но доход разный, согласитесь. Шестой вид заработка – это рекрутинговые акции. Тоже есть не во всех компаниях такие акции. Наша компания, она старается быть конкурентоспособной, и каждый период какой-то у нас компании по приглашению, буквально каждые там 2 или 3 месяца какие-то новые компании по приглашению. Прошлая компания, вот, бьюти-боксы давали. Я 3 таких получила бьюти-бокса. Сейчас вот такая компания тоже дают подарки отличные. Что нужно делать? Приглашать людей, помогать им размещать заказы. И каждый балл вашего новичка считается вам как спонсорский балл, на который вы можете обменять подарки. Еще в одной компании, предыдущей, заработала сертификат на Валберес на 1900 рублей. Сегодня сделала заказ, стоимость заказа 2200, 1900 оплатила сертификатом, 300 рублей добавила свои. То есть очень тоже интересное предложение.
и акции активности каждый каталог, чтобы наши консультанты размещали заказы именно в нашей компании, не покупали где-то в магазине те же продукты. Компания проводит акции активности, за которые тоже дают какие-то подарки или наборы по выгодным ценам. Тоже не во всех компаниях это есть. Ну, у нас собрано все, чтобы вот нам было интересно, комфортно работать. И очень много вот вишенок на торте. Да? Мы пришли сюда за большими деньгами, но компания нас стимулирует еще и какими-то подарочками, какими-то акциями. Да? И седьмой вид заработка – это ситуационные бонусы. И сейчас вот менеджеры, кто у нас присоединился, и за 8 каталогов вышли на уровень менеджера, только вот присоединился новичок, и за 8 каталогов вышел на уровень менеджера 15%. То есть организовал товарооборот примерно 120 тысяч рублей. Примерно это может быть, ну сколько там, человек, ну, сами посчитайте, да, это 15% это 3000 баллов. Ну, 30 человек по 100 баллов, да, пригласил, скажем так, за 8 каталогов. Не за один каталог, а за 8 каталогов. И получает премию 25 тысяч рублей. А восьмой вид заработка, это сейчас вот у нас все в плюсе идет. Компания тоже, да, это можно заработать дополнительно бонусы, бонусы дополнительные от 125 тысяч рублей, максимальный бонус 125 тысяч рублей и 100 тысяч рублей за новое звание, за звание директора. Здесь тоже вот от нуля. Вот эта акция от нуля, то есть присоединился новичок в компанию, и он уже может идти по этой программе и зарабатывать бонусы дополнительные. То есть к тем 25 тысячам еще так же, если вышел уже на 18%, дополнительно получает бонус 10 тысяч рублей или 20 тысяч рублей. Ну, тут в зависимости от выполненных условий. Вся информация есть, кому что вот именно по этой программе нужно подробно узнать. Обращайтесь к своему менеджеру, директору, спонсору, да, чтобы вот по этой программе уже рассчитать, сколько вам нужно пригласить новичков, на какой уровень выйти, за какой период, чтобы вот эти вот все бонусы не пропустить. Девятый вид заработка бонуса Reflame. Это за выращенных директоров. Директорский бонус 5%. То есть каждый человек, который у вас выходит на директора, он приносит вам доход пожизненно 5%. И таких директоров у вас может быть много. Да, это ваша ширина, это ваша первая линия. Это люди, с которыми вы работаете лично и которым вы помогаете расти. И вот с этих людей вы получаете 5% пожизненно. А десятый вид дохода – это директорские бонусы в глубине. То есть если у вас на второй линии, допустим, директора, на третьей, на четвертой линии директора, на пятой, на шестой, то есть вы пригласили, обучили, помогли стать директором, ваши люди – помогли стать директорам, своим партнерам. То есть все эти люди приносят вам бонусы. И в глубину до шестого уровня. То есть золотой бонус – это 2%, сапфировый бонус – это 0,5%, бриллиантовый бонус – 0,25%, дважды бриллиантовый бонус – 0,125%, дополнительный бонус – 0,0625%. И есть люди, которые зарабатывают вот даже на последних, вот кажется, маленькие бонусы, да, но на последних бонусах даже зарабатывают
миллион и больше в месяц. Потому что это глубина, да, в глубине может таких людей быть очень-очень много. По нашей системе построения структур, да, это может быть очень много в глубине. И смотрите, хочу обратить ваше внимание, что вот ширина – это наши доходы, да, это наш, ну, чем больше у вас в ширине людей, то есть в первой линии, тем больше у вас доходы, тем больше у вас различные там премии. А если у вас в глубине директора, то это ваша стабильность. Чем больше людей в глубине директора, тем стабильнее ваш бизнес. И, как правило, нужно работать в глубину хотя бы до трех поколений вниз, чтобы укрепить глубину и чтобы была стабильность. 11-й вид заработка – это международные конференции. Конференции у нас начинаются с уровня менеджера. В единственной компании с уровня менеджера можно поехать за границу за счет компании, ну, при выполнении определенных условий. Если идти по программе 25 тысяч рублей, да, вот если идти по программе «Все в плюсе», то уже вот эта вот менеджерская конференция, она автоматически будет. Далее идет золотая конференция, бриллиантовая конференция, исполнительная, тут 15 мира. То есть, смотрите, за счет компании бесплатно можно 4 раза в год путешествовать по всему миру. Как вам такая перспектива? Банкет директоров – это тоже 12-й вид заработка. Тоже вид заработка. Почему? Потому что мероприятие такого уровня, ну, во-первых, за деньги не купишь, да? Во-вторых, это, ну, понимаете, как кто был на банкете директоров, ну, те примерно скажут, да, сколько бы это стоило. И это тоже как бы вид дохода, да, это компания награждает именно, квалифицируйтесь, если на банкет директоров, это для вас бесплатно все. И это тоже стоит очень много денег. И это с уровня директор и выше. И количество приглашений. То есть можно поехать не одному, если вы в звании, ну, в новом звании директорской команды, то вы вдвоем можете поехать, то есть пригласить с собой спутника. Если вы в бриллиантовой команде, то это 4 человека. Если вы в исполнительной, то 6 человек, ну и в президентской команде 8 человек. То есть можно поехать не только одному, ну и взять кого-то, или супруга-супругу, или кого-то бизнес-партнера, детей, да, родственников, ну, кого угодно вы можете взять с собой на такое мероприятие. 13-й вид заработка – это автобонус. И здесь тоже сейчас новая программа автомобильная. Тысячи партнеров получают автомобили различных марок. И в директорской команде бонус составляет 1 200 000. То есть эти деньги дает компания на покупку автомобиля. При условии, если вы вышли на директора, получаете доход, да, что... И вот эти деньги вам дает компания. Ну, в бриллиантовой команде там бонус 2 400 000 рублей. А в исполнительной команде 3 825 000 рублей. Здесь уже автомобили премиум-класса нужно покупать. И компания вам оплачивает бонусом. То есть получается, автомобиль вам бесплатно. Ну, а в президентской команде здесь уже не бонус, здесь уже просто дарят автомобиль. И тоже даже Mercedes, вот Benz S-класса,
самый дорогой, да, вот реально, потому что президентская команда, это вы помогли 24 людям, научили их зарабатывать деньги. То есть для всех это реально. А 14-й вид заработка – это премии. И если раньше были премии в долларах, сейчас стали премии выплачивать в рублях, но они, по сути, увеличились, потому что 1000 долларов – это было меньше, да, чем 100 тысяч рублей сейчас на уровне директора, на уровне старшего директора 150 тысяч рублей, на уровне золотого директора 200 тысяч рублей. Ну, вот такая вот табличка есть, да, обратите внимание, какие премии выплачиваются на каком уровне. И количество групп, количество директоров какое должно быть, чтобы зарабатывать такую премию. И 15-й вид заработка – это глобальный топ-15. Здесь компания по итогу года прибыль получает, да, и делит ее между топ-15. Ну, представьте тоже прибыль компании. Компания без прибыли работать не будет. У компании на самом деле деньги есть. Есть деньги на новые разработки, есть деньги на какие-то запуски, рекрутинговые акции, подарки. И остается еще в прибыли. И вот эту прибыль, она делит, часть прибыли делит между топ-15. И каждый год состав топ-15 меняется. То есть это не те люди, которые пришли там 20 лет назад, да, а есть люди, которые работают и 4, и 5 лет в Oriflame. То есть здесь не важно, кто когда пришел, здесь важно, ну, кто как активно работает. То есть это для всех абсолютно возможность. Вот такие вот возможности в нашей компании. Используйте на 100% то, что дает компания, потому что ну, нигде, ни в одной компании такого нет, и наши возможности еще стали круче, чем когда-либо были. Как уже говорила, что компания у нас конкурентоспособная и держится в первых позициях, в топ-10 мира входит. И, конечно же, у нас цель, глобальная цель, первоначальная, это бриллиантовый директор. И вот на пути к бриллиантовому директору новичок может заработать на квартиру. То есть 1 миллион 850 тысяч рублей – это только премии гарантированы от новичка до бриллиантового директора. Бриллиантовый директор – это 6 директоров вашей первой линии. То есть те люди, которые вы пригласили, которых вы научили всему, что сами делаете, они у вас закрыли звание директора и дают вам вот такой вот результат. Вот предлагаю к этому, конечно, и стремиться. Поставить себе цель, не знаю, там за 2, за 3 года, может кто-то раньше. Но не отходить от этой цели, все остальное оно по пути соберется. Ну и на этом у меня вебинар сегодняшний закончен. Быстро я его вам провела, да, за полчаса. И хочу промоушен сделать на завтрашний вебинар. Завтра у нас директор наш Рыжова Марина расскажет нам о комплексном уходе за лицом Serena Wage. Вам всем спасибо за присутствие на вебинаре. Ждем вас завтра на вебинаре. И всем роста и успехов. Спасибо за внимание.